вот пока сделал такой передатчик от потребления, пробовал ставить. Кстати, я уже кончаю их полить. Посылка пришла, 10 было штук, теперь один. Теперь 5 штук. Вот эти две катушки. Они силовые, выходные, как бы на четвертом, на последнем каскаде. Вот отсюда уже антенна идет. Антенна теперь вот примерно 70 сантиметров вот тут вот прикреплена. А вот тут еще провод идет вот как бы на землю. Это такой как бы противовес сделал. Не знаю, как он тут по правилам должен быть. Потому что у меня звонили, прервалась съемка. В общем, вот это будут два противовеса. Вот этот и этот. Они на минусе. Не знаю, как надо делать, если нет коаксиального кабеля и прямо коллектору антенна делается. Вообще нужны эти противовесы или нет? О, тут поле уже какое. Зашкаливает. Ого. Вот это поле. Видимо, этот противовес очень сильно его усилил. Раньше, когда он не был там, тогда такого поля не было. Смотрю, что из этого получится. Вот тут минус идет, потом идет на радиатор минус, потом вот тут. Посмотрим. Это моя станция, где колокол бил.
посмотрю, что из этого получится. В общем, как оказалось, это транзисторы тут ни при чем, что они должны быть высоковольтные. Поставил теперь тот на 2 ГГц транзистор, вот этот в конечном каскаде. Он и слабо греется, хотя и потребляет не так много. У меня с тем до 0,6 ампер спокойно доходило. Я его там поэтому часто полил. Там еще, если подкрутить вот этот регулятор, там еще больше. Тогда вообще сгорал. В общем, как-то все странно и непонятно, как тут, от чего тут зависит. Иногда бывает потребление малое тянет хорошо, потребление большое тянет нехорошо. Вот как я заметил, поле бывает самое высокое, когда катушки, они индуктивные. Вот, например, тут две последовательно включены. Если одну включить, так может и потребление вырасти, и поле уменьшится, и дальность уменьшится, и непонятно, чего тут. В общем, тут как-то все автоколебания заводятся, видимо, поэтому тут как-то все передается и работает не так, как надо. Транзистор сам себя возбуждает. Меньше 0,4 ампер. Вот уже вот эти 4 транзисторы C18-15, они уже с тем передатчиком без этого последнего транзистора, они уже 0,2 ампера потребляют. Поэтому как бы можно было, а потом уже вот эту катушку покрепаю, вот этот конец к плюсу, чтобы может начнет лучше излучать. Или вот эту одну катушку использую. А пока экспериментально. Что будет? Ставлю так, как есть. Ой, я хватаюсь рукой. Стрелка. Это все ерунда. Это не значит, что поле, если такое, то и будет хорошо тянуться. Тут не в этом дело. Хорошо тянуло. Но наоборот, когда чаще, когда поле слабое, тогда лучше. Ну все. Я заканчиваю.